Работу. Друзья, давайте пошумим. Это ВВЦ Форс. 3 минуты. Погнали! Итак, в парке Ваня Андрианов. Такой вот проезд по фанбоксу. Ребята катаются на больших байках. Дисциплина маунтинбайк. И демонстрируют сумасшедшие трюки. Все внимание на фанбокс. Евгений Курников. Вот такой вот сильный амплитудный ноу-хенд. Отпустил руки и развернулся в квадре. И развернулся на фанбокс. И два барспина. Женек из города Читы. Демонстрирует очень сильное, мощное катание. Просто закрыл здесь эйр-зону и трак-драйвер. Очень здорово. Всего лишь 50 секунд прошло. Давайте пошумим в ВВЦ. Маунтинбайк. Единственные три человека на больших байках сегодня на нашем крю-контесте. Комбинация с фрикостером. Существует два вида кассет, когда вам нужно крутить педали назад или не нужно. Воу-воу. Павел, ты в порядке? Давайте пошумим немножко команде ВВЦ Форс. Ваня Андрианов, Нокен. Вот такой вот. Отбросила немножечко свертвола, и Женя Курников врывается в парк. Все внимание на фанбокс. Нохэндбал! Yeah! Решил заехать к зрителям. Очень стильное катание и очень мощные, сильные трюки демонстрирует Женя. Такой вот красивейший ноу-хэнд. Жень, ты просто красавчик. Следующий у нас Павел. Остается у вас одна минута. Одна минута, команда ВВЦ Форс. Здесь, на крю-контесте. Давай! 180. Фейки. Ребята поддерживают друг друга как могут. Приятно слышать слова поддержки. Такие вот ништяки оставили ребята вам напоследок. И остается 20 секунд в парке Женя Курников из города Читы. Женя очень сильный райдер, выступает на соревнованиях мирового уровня. Собирается вот уезжать в Барселону на тренировки и контенты. И вот такой вот амплитудный стильный бэкфлип от Женька. И еще заключительный трюк. Все внимание на фанбокс. Что-то. 3 минуты вышли. Это был бэкфлип, бэкспин и флип-драйвер. Команда ВВЦ Форс. Друзья, давайте пошумим этим ребятам на больших великах. Я приглашаю в парк команду. Команда.